Легендарные вертолеты Ми-2 и Ми-8, самолеты Су-24МР стартовали с челябинского аэродрома «Шагол» и пролетели над площадью Куйбышева в Самаре. В областной столице состоялась первая тренировка авиации перед парадом Великой Победы. Вертолеты прошли на высоте 150 метров, бомбардировщики, то есть разведчики, прошли на высоте 350 метров. Ну, высота выбрана с таким расчетом из условий безопасности. Ну, направление мы немножко подрегулируем, для того, чтобы было удобно зрителям смотреть, скажем, на воздушную часть парада. Сейчас летчики отрабатывают выход в заданную точку и в заданное время, чтобы на торжественном шествии интервал между крылатыми парами составил строго 40 секунд. На тренировке экипажи с заданием справились. Их мастерство смогли оценить и случайные зрители. Мы, конечно, не ожидали увидеть именно такое. Просто когда уходили из машины, правда, завораживает, когда вертолет, самолеты летят с такой скоростью над нами. Знаете, даже вот есть желание, честно, самим даже полетать. Очень здорово. Ребенок тоже под впечатлениями. Я увидела сегодня самолеты и вертолеты. Мне очень понравилось, но это завораживает. Мне очень понравилось. Ирина Ремезова, Андрей Тишин, специально для 63.ру.